Ребяточки, познакомьтесь с моими двумя красивыми соседками. Как это приятно. Познакомьтесь, Анна. Добрый вечер. Татьяна. Как приятно. Заходьте. Боже мой, спасибо большое. Как это приятно. Спасибо. Хэппи бю. Заходим. Мы сейчас споем, подожди. Подожди, что мы дойдем до буки, до того как. К нам едет еще одна гостья. Моя Веруня едет. Кто это там стоит такой красивый? Загорелый, спортивный. Просто, я не знаю, насколько хорошо. Спасибо, зонтик мой, спасибо. Пошли, у нас, мы только стол накрыли. Пошли, ты прям вовремя. Боже, Верочка. Спасибо большое. Спасибо. А сегодня вбивал, все скупляются. Блядь, так а где, если ты заработал? А я тоже сбивала. Я понимаю. Хэппи бёздэй меня. Меня уже поздравила любимая соседушка Анечка, подруженца моя. Подарила мне такую калистаровскую сумочку и кремчик. Гиалуроночка. И еще гиалуроночка. И все на свете. Спасибо ей большое. Та залетела, говорит, я быстро кофе пить, какое-то занятие у нее, она у нас очень занятый человек. Анютка, спасибо тебе огромное. Я уже с цветами. Сама себе подарила прекрасные цветы, высоченькие такие. Это я съездила в Лидл. Боня, что случилось? Скандалюга. Весь в мать. Съездила в Лидл купить шампусик, продукты хоть какие-то. И цветок увидела, других не было. Очень красиво, мне кажется. Будет радовать меня. Ну, я думаю, что еще мне привезут цветы, конечно. Но пока вот так. Вот у меня вот такой красивый живой цветочек стоит. Дуже гарно, я считаю. Я не помню, как он называется. Кто помнит? Так, мои хорошие, короче, у нас так быстро скатерть-самобранка накрылась. У нас есть и блинчики с мясом, и пюре, и мяско с хорошей подливочкой. И что, горгонзола. И прекрасный салат. И у нас есть даже, Верка, холодец. Не поверишь. Сама пекла. Конечно, с самого утра. Ярчица ядрена. Мы за столом сидим, а Боня сидит и плачет. Я говорю, господи, помыть-то я его помыла. А накормить? Все, паштетик уже поди, вставайте, господи. Боже, какая у меня красота. Какая же у меня красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще шикардос. Это те цветы, что я сегодня себе купила. Девчонки убрали эти свечи. А он, за гуляком присаживаем. Говорю, давайте хоть сфотографируемся, пока мы... Или давайте лучше после того, как после того, как мы. Чистота и порядок. Верочка мне подарочек принесла. Сейчас раскрою, посмотрю. Сидят, едят за столом. Я уже открыла. Апивита, вау. Тоник лушен. Класс. Это греческая косметика. И, о, это масочка, по-моему. Тоже апивита. Я обожаю апивиту. А, скраб. Это абрикосовый скраб. Класс. Ой, Веруня, спасибо. Верочка будет смотреть это видео. Веруня, я тебе привет передаю. Ну, Вера там что-то разговаривает. Там сильно важные разговоры у девочек. Класс, спасибо большое. Так приятно. Спасибо. А тебе теперь вкусняшку подавай. Ну, давай. Ну, давай вкусняшку. Вот это вспомнилась мне песня. Вот и лето прошло. Будто и не бывало. Смотрю на букет девчонок, а там этот бантик уже где-то в вазе. И слава тебе, Господи, что все живые разошлись, и все живые добрались домой, куда кому надо. Чистый стол уже стоит. Боня наконец-то хоть поел, 99-й раз выгуленный, пока все друг друга провожали. Боже мой. Я желаю всем классного вечера, спокойной ночи и мира на земле.